Здравствуйте! Наше задание – закрасить 109%. Давайте немного вспомним. 109% – это 109%. Я просто-напросто записала проценты словами. А мы знаем, что это то же самое, что и 109 на 100. Если бы у нас было 100 на 100, то мы бы имели дело с одной целой. Но в условии у нас больше, чем 100. В задании у нас 109 на 100. И мы можем записать это выражение в виде дроби. 109 сотых. А сейчас давайте приступим к закрашиванию. Нам надо закрасить 109 сотых. Вот здесь у нас есть одна целая. Да? Данный квадрат мы рассматриваем как одну целую. На прошлом уроке мы подсчитывали количество квадратиков, на которые разбит большой квадрат. Это 10 × 10. Следовательно, он разбит на 100 квадратиков. Таким образом, нам надо закрасить 109 квадратиков из 100. И как же нам это сделать? В этом большом квадрате 100 маленьких квадратиков. Сейчас я возьму другой цвет. Значит, я закрашиваю полностью этот квадрат. Если я закрашу только этот квадрат, то это будет 100 сотых, или 100 на 100, да, или 100%. Ну, я надеюсь, вы поняли, да? Все это значит, что здесь у нас 100 из 100, или 1 целая. Как видите, у нас закрашен целый квадрат. Здесь у нас 100 из 100. А наше задание закрасить 109 из 100. У нас уже есть 100 из 100, следовательно, нам надо закрасить еще 9. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот этот кусочек будет составлять 9% от целого квадрата. А это у нас 100% от целого квадрата, то есть весь квадрат. И если мы рассмотрим вот этот весь квадрат и этот синенький кусочек, то мы получим 109% целого квадрата. Надеюсь, все было понятно. До свидания и до встречи на следующем уроке.